Сегодня у Гомельской области начали працавать елочные базары. Новогодние древы продают на 120 стационарных пляцовках в областных, районных центрах и малых городах. Покупников на их будут обслуговывать до 31 снежня с 10 годин раницы до 7 вечера. Цены начинаются от 8 рублей и залежат от вышини древ. Метровую прихожуню можно набыть за 10 рублей, двухметровую – за 13. Самый великий кошт у елок у катках – 22,5 рубли. Бюджетный вариант елочные альбо сосновые букеты. Каштуе такое упрыгоживание крыху больше, як 2 рубли. Усяго лясгасы Гомельской области до новогодних святов нарыхтовали больше, як 10,5 тысяч живых елок и соснов. Я каждый год покупаю живые ели, отдаю предпочтение именно живым, потому что и атмосфера совсем другая в квартире, совсем и запах, и все, и ощущение Нового года абсолютно. Эти мне нравятся елки здесь, которые вот продаются очень, да, всегда есть выбор. Всегда можно выбрать то, что тебе нравится. Цена довольно-таки приемлемая, мне кажется.